hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras. Nunca te podía complacer. Razón tiene. Чего? Почему ты так боишься крыс? А почему ты их так любишь, Крысолов 2? Я лично считаю, что ты не до конца выяснил свои отношения с отцом. Своего отца я люблю, и выяснять мне с ним нечего. Хоть он и был гений, в Португалии мы жили на улице из-за его проблем. Он изобрел аппарат, которым я пользуюсь, и научил меня контролировать крыс. Они воровали для нас ювелирку на продажу и согревали по ночам, чтобы мы не замерзли. Но однажды папины проблемы стали слишком тяжелы. И он умер. Я поехала с его оборудованием в Америку. Американская мечта. Но меня арестовали. За ограбление банка, прикиньте. Моих крыс суд приравнял к оружию. Что? Ты напоминаешь мне дочь. Я здесь из-за нее. Так и почему же ты боишься крыс? Мой старик, когда я был пацаном, наказывал меня, если я что-то делал не так или не вовремя. И однажды он запер меня в ящик на 24 часа. В ящик с голодными крысами. Отец при всех своих проблемах любил меня. Жаль, ты не знаешь, каково это. Ну, ты не бойся. Я вытащу тебя отсюда живой. Это я вытащу тебя отсюда живым. Сеньорес, мы приехали. Ты чё, когда этот мыслитель появится? Да вроде через пару часов. Надо как-то нам время скоротать. Мисс, а можно нам... Что тут пьют хоть? Фернет? Всем несите фернета. Компренда? Си. Эй, геморроец. Мы на задании. Слышь, инспектор Гаджет, глоточек — это не смертельно. Ты это скажи тысячам, что ежегодно погибают в пьяных авариях. Да ладно, Дюбуа, вдруг последний раз. Раз, yes. А одной. Вот так вот, значит? Значит, вот так. Эй, Чика! Крысе тоже налей. За то, чтобы остаться в живых. Я-то останусь, а вот за тебя не ручаюсь. Хорошо пошло. Гороху больше не наливай.